Когда-то символ советско-болгарской дружбы. Сегодня заброшенное здание в промышленном районе Самары. Бывший кинотеатр «Шипка» уже несколько лет находится в аварийном состоянии. Фасад обезображен граффити, окна и двери выбиты. Здесь любят собираться местные детвора. Чтобы дети не получили травмы в опасном помещении, все выходы и входы решили перекрыть. Монтаж оконных и дверных проемов по периметру фасада здания выполняется по поручению главы администрации. Для предотвращения возгорания, несчастных случаев, а также проникновения на данную территорию здания несовершеннолетних детей, исключая тем самым детский травматизм. Кинотеатр «Шипка» открылся в 1975 году. Не раз переживал взлеты и падения, пока в 2007 окончательно не пришел в упадок. Сегодня власти Самары активно работают над тем, чтобы вернуть здание в собственность города. Для нас это является очень объект знаковым, важным. В последние годы он пришел в упадок, к сожалению, из-за нерадивых хозяев, которые взяли его в управление, не смогли сохранить. Мы ведем сейчас очень активную работу, чтобы этот кинотеатр вернуть в муниципальную собственность. Переговоры идут достаточно успешно. Предполагается, что уже этой осенью здание «Шипки» может быть возвращено в муниципальную собственность. По плану, бывшему кинотеатру вернут культурный профиль. Марина Кравцова, Алина Чемерис, Максим Гусев. События.